Дорогие подписчики, основная цель содержания животных – вот бедолаг, бездомных животных, которые фактически выбрасываются на улицу, скитаются – это содержание. Сейчас вот в частном приюте Смотрова Николая Ивановича очень, конечно, много дел, которые надо делать не на словах, а на деле. Здесь тоже нужна и подсыпка, облагораживание территории, но, конечно, это как бы на потом. Сейчас, как она меня внимательно слушает, сейчас это основное утепление будок в вольерах, потому что, ну, будем так говорить, будки здесь, конечно, в некоторых вольерах до такой степени разбиты. Вот смотрите, здесь фактически нету будки картонной, какое-то ограждение. Но никому до этого не было дела. Все приходили и делали свой пиар, не более. А животные у них уходили на дальний план. Как всегда, бантики, цветочки и красивые видео выставляются, как они любят животных. Вот это реальность фонда «Спасти может каждый», которые были здесь в приюте часто до того, как перебраться в городской приют. Вот и все. На готовые пришли, и все у них замечательно. Всем рекламируют. Ну, еще раз говорю, для меня, лишь бы только животным было хорошие условия и кормление. Но, к сожалению, наверное, нет у них такого там. Да не к сожалению, не наверное, а на самом деле нет у них такого.